10 лет назад, в ночь с 19 на 20 января, не стало Мурата Насырова. Одна из версий была, что его накачал, скажем так, один чернокожий какой-то странный мужчина. У меня тоже такая уверенность, что ему помогли. Впервые на телевидении сестра Мурата Насырова и его близкие друзья. О том, что предшествовало трагедии. Вот 18 января, прямо накануне смерти, он мне выслал по электронной почте текст песни. Ничего не было, ни полом, ничего. Ты одна, только гематома на спине, там как удар. Шейный позвонок. И о том, что осталось после. Они все ждали, скажем так, кто даст там больше денег и кто это выпустит. Эксклюзив КТК. 10 лет без Мурата. Наша правда в четверг после новостей.